неделю. Я выложил видео на месте. Паша, только, блин, это ты это сделал опять? Не спаливаешь, как крыса маленькая. Жестко. Ты сейчас люди 5 снимешь, выложишь. Я выложу. А что про носки сейчас? Про носки монтировать надо. Паша, не надо, пожалуйста. Не, носки вообще прикольно. Паша, тогда попробуй. Там вообще прикольно. Потому что такая любовь. Путя в уха. Пассивуха. Такой смешно с камерой. Как этот школьник. Школа, я скучаю, школа. Что снимаешь-то? Надо снимать все, все жизненные процессы. Да, Паш, не надо снимать. Ты проверила носок? Да. Этот не дырявый, а второй покажи. Ну ничего так натоптано. Ну так потому что носок не дырявый. Так-то я только вчера... Так-то я так-то. Так ты. Ну-ка, покажи второй, там точно дырка. Ну-ка, Наська. Наська. Не надо туда. Показывай. А что ты прячешься там? Ты что прячешь? Там дырка? Нет. Ну-ка, дай посмотреть. А что ты прячешься? Опачки, дырка найдена. Какая дырка-то там нету? Нифига там дырка. Настюха, дырявая девка-то. Девка, ты дырявая! Да ты чё, ты же ты шоколадная! Настюха, ты дырявая! Настюха, ты дырявая! Сам ты дырявая! Настюха! Будешь? Нет, ты только попробуй! Будешь? Только попробуй! А ты будешь? Будешь? Нет! Дырка! Настя, ты дырка! Точно! Настя. Нифига себе, ты что, офигел? Ты дырка. Ну так покажи. Что ты хочешь? Дырка. Дырка. Сам ты дырка. А мы гулять. А мы гулять. А мы гулять. Да, холодригу нашу, да? Да. Целый день дома сидела, девка. Дай погулять-то. Прется. Я, знаете, сегодня завивалась. В общем, здесь завела, а сзади ты прямые. Нам мужикам не понять, что она сейчас говорит. Там девчонки сейчас смотрят. Нет. У нас 80% это мужчины. Знаешь, какой-то там вампир живет. Да? Смотри, как будто он... Там, где балкончик, граф Дракула. Мы тут что-то с Наськой еще посмотрели на канал о путешествиях. И захотели путешествовать. И захотели путешествовать. Но учитывая, что у Насти сейчас учебы, не учебы, мы как-то вот пока что путешествуем только по Перми. Вообще, смотрим на граф Дракула, ребята. Здание, как Анастасия выразилась. Вот, а так, в принципе... Если купить все оборудование, мы бы прямо сейчас бы, если бы не Настя на учебу и... Давай все на Настю свалили. Как бы все свалили, да? Один страшнее другого. Почему, Настя, это Пермь? Ты что? Знаешь, он спрятал какую-то бошку другого. В том смысле, что они некрасивые, в том смысле, что они страшные. Как будто там какие-то привидения живут. Вы же верите, ребята, в привидения? Вы же верите? Да, Анастасия верит. Я верю. А что, не веришь-то, что ли? Я же знаю, ты постоянно боишься всего. А то он просто перед вами такой. Выпендривается, скажи. Все говорят в комментариях, типа, голос как у 40-летнего, там все такое. Ребята, дома у него другой голос, он просто перед вами его делает. И тут можно вставить момент, как я танцую, да, сегодня, когда ты сняла. Все, поехали. Вот этот момент прямо сейчас вставляется.
Вам понравилось? Вам понравилось? Я без палева. У нас есть где-то, где красиво в Перми? Знаете, у нас не красиво в Перми, но вот там красиво. Я бы там хотела жить где-нибудь вот там. Вот там, вот там. Там бы нет. Там тоже ничего. Мы там живем просто. Не, нормально. Вон так тихо, да. Тут мне нравится то, что тут тихо, да, так? Тихо, Миха. Ну там, конечно, вот если спуститься туда, там не тихо. Особенно летом. Потому что летом там. Знаешь, я люблю эти песни «Руки вверх». Ну-ка, ну-ка напой, ну-ка напой. Но... Господи, там их не пройдешь, мне кажется, пацан эту песню играет. Это хит-хит. Хитяра. А так лучше вот так или вот так? Мне кажется, вот так лучше у нас так все. Лучше? Спасибо. Да, Настя, так намного лучше. Мы уже канал путешествия, мы уже все переделываемся. Я вам, я ваш гид. Паша сказала, что только пока по Перми, но сейчас. Можно перейти домой? Беги, девчоночка, прямо под нее. Не, подожди, подожди, тут еще вон поворачивает. Настя, Настя, первый раз будут видеоблогеры. Умрут. А нет, машина! Настя, машина! Тыщ, тыщ, тыщ. Тыщ, пыщ, мыщ. Не знаю, где можно увидеть. Что увидеть? Все, всю красоту. А твои тети где можно увидеть? Скажи, Инстаграм Бурдина Настя. У меня нету такого. Я знаю. Ты скоро знаешь, появится. Что? Давай создадим тебе аккаунт в Инстаграме. Так, блин. Все, ребят, я создал аккаунт в Инстаграме личный. Где ты там создал? Где мы будем выкладывать ее пошлые фотографии. Да, да? Конечно. Все на айфоны фоткаются. У меня Samsung стрёмный. Ну так айфон в кредит возьмем, чтобы ты себя фотографировала свою жопу в отражении. А? Прикольно? Прикольно, Настя? Мне кажется, это... Ребята, забудьте.